Рэй Брэдбери. Дракон. Читает Александр Водяной. Ничто не шелохнется на бескрайней болотистой равнине, лишь дыхание ночи колышет невысокую траву. Уже долгие годы ни одна птица не пролетала под огромным слепым щитом небосвода. Когда-то давным-давно тут притворялись живыми мелкие камешки. Они крошились и рассыпались в пыль. Теперь в душе двух людей, что сгорбились у костра, затерянного среди пустыни, шевелится одна только ночь. Отсветы костра пляшут на бородатых лицах, дрожат оранжевыми всплесками в глубоких колодцах зрачков. Каждый прислушивается к ровному, спокойному дыханию другого и даже слышит, кажется, как медленно, точно у ящерицы, мигают веки. Наконец, один начинает мечом ворошить уголья в костре. «Перестань, глупец! Ты нас выдашь!» «Что за важность? Дракон все равно учует нас издалека!» «Ну и холодище! Боже милостивый! Сидел бы я лучше у себя в замке!» «Мы ищем не сна, на смерти. Чего ради? Дракон ни разу еще не забирался в наш город. Тише ты, дурень. Он пожирает всех, кто путешествует в одиночку. Между нашим городом и соседним. Ну и пусть пожирает, а мы вернемся домой. Слышишь? Оба замерли. Они ждали долго, но в ночи лишь пугливо подрагивала шкура коней, точно бархатный черный бубен. Ох, и места же у нас, говорят, у этого дракона из глаз огонь. Дышит он белым паром. Издалека видно, как он мчится по темным полям, несется в серном пламени и громе и поджигает траву. От ярости дракона сотрясаются стены, башни рушатся и обращаются в прах. Скажи, сколько рыцарей уже выступило против этого чудовища и погибло? Хватит болтать, надоело. Вот оно. Вдалеке, за много миль, оглушительно загремело, заревело. Мчался дракон. В молчании оба опоясались мечами и сели на коней. Первозданную полуношную тишину разорвало грозное шипение. Дракон стремительно надвигался. Ближе, ближе. Над гребнем холма сверкнули свирепые огненные очи. «Скорее!» Они пришпорили коней и поскакали к ближней лощине. «Он пройдет здесь!» Поспешно закрыли коням глаза шорами. «Боже правый! Да будем уповать на Господа!» Миг, и дракон обогнул косогор. Огненно-рыжий глаз чудовища впился в них. На доспехах вспыхнули алые искры и отблески. С ужасающим надрывным воплем и скрежетом дракон рванулся вперед. «Помилуй нас, Боже!» Копье ударило под желтый глаз без век.
согнулась, и всадник вылетел из седла. А дракон с надрывным пронзительным воем и свистом промчался дальше, весь окутанный рыжим, алым, багровым пламенем, в огромных мягких перьях слепящего едкого дыма. «Видал?» — воскликнул кто-то. «Все в точности, как я тебе говорил». «Да, то же самое, точь в точь. Рыцарь в латах, вот лопни мои глаза. Мы его шибли. Ты остановишься?» «Уж пробовал раз, ничего не нашел. Неохота останавливаться на этой пустоши. Жуть берет. Что-то тут нечисто. Но ведь кого-то мы сбили. Я свистел вовсю. Малый мог бы посторониться, а он и не двинулся». Вихрем разорвало пелену тумана. «В Стокли прибудем вовремя. Подбрось-ка угля, Фред». Дыша огнем и яростью, ночной скорый пронесся по глубокой лощине, с разгона взял подъем и скрылся.